варто. Информация взята из открытых источников. 3 марта 2022 года. МК.ру. Источник. Военное положение в РФ могут ввести в отдельных регионах. Окончательное решение еще не принято. В России 2 марта стали появляться слухи о введении в стране военного положения из-за проводимой на территории Украины специальной операции. Информация о таких планах российских властей появилась после того, как советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что 4 марта в парламенте России якобы пройдет экстренное внеочередное заседание, а на повестке дня будет стоять вопрос о введении военного положения в стране. На повестке дня, как я понимаю, превентивное введение военного положения в РФ с тотальным запретом на митинги, отключением любой связи с внешним миром, объемными продовольственными и финансовыми ограничениями, отметил он. Возможно, такое заявление было сделано в рамках информационной войны. Однако, по данным источников российского телеграм-канала ВЧК ОГПУ, вопрос о введении в России военного положения действительно может рассматриваться. При этом речь не о 4 марта, а 5 марта. И не во всей России, а в отдельных регионах СКФО и ЮФО. Никаких официальных подтверждений этой информации нет. Напомним, военное положение – это особый правовой режим, который вводится в условиях внешней агрессии или ее угрозы. Военное положение в России или в отдельных ее местностях вводится указом президента, который должен быть немедленно обнародован по радио и телевидению и официально опубликован. Совет Федерации в течение 48 часов решает, утвердить ли президентский указ. И если указ не утвержден, он теряет силу.